Krishna,
День явления Господа Нитинанды. Господь Нитинанда — это Бог, Бог-слуга. Все началось в духовном мире, когда бесконечность давно Бог принял решение только наслаждаться. Это его определение. Бог тут наслаждается. Но если Бог будет обеспечивать свое наслаждение, то получается, часть его будет оттянута на обеспечение своего наслаждения, и он будет не в полной мере наслаждаться. Поэтому он выделяет из себя экспансию, то есть тоже Бог, но Бог-слуга, Баларама, первая экспансия Бога. Потому что наслаждение Бога может обеспечить только не менее квалифицированное, разумное живое существо, чем сам Бог. Поэтому это он. И он выделяет из себя экспансию, и эта экспансия, она совершенным образом понимает, как удовлетворить его. Дальше Баларама выделяет из себя еще экспансию, чтобы облегчить процесс удовлетворения Кришны. Это Четурвьюха. Потом выделяет Нараяну и так далее, в общем-то. И целая цель. Эта категория называется Вишну-таттва. То есть несколько философских истин, и одна из них называется Вишну-таттва, то есть категория Бога. Когда из Бога исходит еще одна ипостась, то могущество этой изошедшей части не меньше, чем у самого Бога. То есть это он и есть, потому что. И есть также категория Шакти-таттва, что из Бога мужское начало, из него исходит женское начало, энергия. Энергия счастья или энергия знания. Так или иначе, эта энергия — это уже не мужское начало. И вот она тоже квалифицирована в том, чтобы сделать Бога счастливым. То есть первая исходящая из него энергия — энергия счастья, Шримати Радхарани. И она также экспансируется потом дальше, чтобы обеспечить более качественное наслаждение Бога. Подружек своих, потом в Лакшми и так далее. И также есть категория живых существ — джива-таттвы. Это внутренняя энергия, которая живое существо относится к категории духа, но может попадать под влияние материи. И когда оно попадает под влияние материи, то оно думает, что оно материя. Ну, как мы, например, в детстве мы имеем детское тело и думаем, что мы дети. А в старости мы будем иметь пожилое тело и будем думать, ну и старичок. Но на самом деле я не ребенок и не старичок, а тот, кто наблюдает за этой оболочкой, которая меняется сама по законам природы. Итак, вот три основные категории живых существ. Итак, Господь Баларама среди его, день явления, но не самого Господа Баларама, потому что он родился бесконечность назад. Даже не родился, а выделился, разделился на две части. И он, обеспечивая наслаждение, иногда приходит, когда Кришна воплощается непосредственно как личность, а иногда приходит как какие-то атрибуты. То есть он уже выполняет функцию атрибутов Бога. Драгоценности на теле, брахманский шнур, одежды и так далее. Поэтому воплощением Господа нет числа, и у большинства из них, большинство этих воплощений сопровождаются Господом Баларамой. Когда он приходит в начале творения, то игры несложные, не связаны с обменом эмоций, связаны с тремя целями. Защитить преданных, уничтожить непреданных и восстановить религиозный принцип. Иногда он справляется сам, потому что игра несложная. Например, как Варахадев, он пришел как ветер, поднял землю из глубин океана Гарбхадаки и победил первого демона Хираньякшу. Когда он пришел как мать рыба, он спас Вайвасвата Ману, спас также там каждой твари по паре, этот великий потоп, и убил тоже кого-то там, в общем, так или иначе. Потом, когда он пришел как черепаха, курма, он держал гору на своей спине и позволил полубогам и демонам получить эликсир бессмертия из молочного океана. Потом он пришел как Нарсимхадев, получеловек-полулев, и тоже у него не было особо много
каких-то связей в этом мире, ну, с Прохладом были отношения. В общем-то, и Баларама сопровождал его тоже, как какие-то атрибуты. Ну, и вот когда уже Господь явился, там Ваманадев был, Парашурама был, и когда Господь явился как Рама, то, ну, да, как Рамачандра, то Лакшман — это был Баларама как раз, потому что игра была долгая, сценарий сложный, и много связей социальных было у Бога в этой игре. То есть у него было три мамы, был папа, были братья, было много врагов, была долгая жизнь в лесу, окружение врагов. И Лакшман пришел как младший брат. И принимая участие в этой игре, в конце этой игры он реализовал одну вещь, что в следующий раз приду как старший брат. Он был какими-то моментами неудовлетворен, ну, например, что когда Рама жил в лесу, и 14 тысяч ракшасов шли на него войной, то Лакшман в ожидании битвы потирал руки, но Рама попросил его сидеть и охранять ситу в пещере. И Лакшман вскипел от гнева, он говорит, как, когда мы вернемся из леса, война закончится, и меня девушки в Айодхе спросят, ну какие подвиги ты совершил, как это, расскажи, как вы победили 14 тысяч ракшасов. Я им что скажу? Я скажу, я сидел в пещере, охранял ситу, и помру со стыда. Но Рама говорит, ну потерпи, давай, тебе надо. И так далее. В конце, когда Рама попросил Лакшмана увезти ситу в лес, тоже Лакшман был не согласен с этим. Но приказ старшего брата, и он тогда подумал, ну все, в следующий раз, когда воплощу, я буду старшим братом, он будет выполнять мои просьбы и требования. И действительно, когда Кришна пришел, то Баларама пришел как Баларама в своей изначальной форме, был старшим братом. И хотя это одна личность, они могут иметь разные точки зрения на какие-то предметы, разные пристрастия, разные желания, разные мысли. Когда? Когда это надо для того, чтобы игра была интереснее? А когда надо, чтобы игра была интереснее, если они будут иметь одинаковые точки зрения, одинаковые мысли, одинаковые желания, то тогда они имели одинаковые точки зрения. И энергия знания обеспечивала это все. Она давала понимание, когда надо иметь одинаковость, когда надо иметь различия. Вот. Ну и в Кали-югу Господь Кришна пришел как Господь Читания, и Господь Нитянанда решил тоже старшим братом, если в Кришна-лиле он пришел на 10 дней старше, и у него какие-то были там проблемы все равно с послушанием младшего брата. Но здесь он решил приду пораньше, на 12 лет. И, соответственно, он явился в 1474 году, чтобы было легче запомнить, если кто-то есть, кто 74-го года рождения, то ваш год. А Господь Читания 86-го пришел, на 12 лет. И родился он в Икачакре, в простой деревне, у Хадай-пандиты и Падмавати. Ну, я думаю, много кто был в Икачакре. Мы были там два раза. До сих пор деревня. Ну, единственное, что храмы стали появляться большие, исконности храм большой появился. И храм Нараяны Махараджа большой там. Ну, а так, если представить, что их там нет, то, наверное, ничего не изменилось. Нам сказали, что у каждой семьи по 40 коров там, то есть деревня коров. В 6 вечера все резко стемнело, и светлячки в небе летали. И мы можем представить, что делали люди, когда не было ни телевидения, ни радио, и в 6 вечера темнело. Они собирались просто где-то, и простые деревенские. То есть жизнь в деревне, в простой среде, в хорошей гуне, наполнено счастьем, очевидно, что вряд ли бы, если бы им предложили жить в Нью-Йорке, они бы согласились, эти люди. Они собирались по вечерам, они, скорее всего, проводили день с желанием, наконец, скорее бы наступил вечер, чтобы можно было, во-первых, ощутить прохладу, во-вторых, увидеть любимых односельчан, в-третьих, поприсутствовать на любимом развлечении деревенских жителей, это чтение Рамаяны, и Махабхараты, Пуран. Это особый восторг вызывало. Но
когда люди просто живут, то у них простые вещи вызывают счастье не меньше, чем у сложных людей, сложные категории счастья. Поэтому они собирались по вечерам, видели лица друг друга, смеялись, шутили, садились. И я думаю, что бы им ни показали, они бы хохотали, они бы катались по земле от восторга, просто потому что друг друга не видели, как преданные рассказывали, когда они зимовали в Венгрии на ферме. Но там тоже стандарт такой, что ты должен целый день работать где-то. И вечером ты возвращаешься к божествам, и в это время там у них 90 пуджариев, которые обеспечивают экстаз божеств. И каждый раз что-то новое происходит. Недавно видел фотографию, Радхарани там сидит на троне. Как они, настоящую мурти посадили на трон. То есть там очень много всяких специалистов, из папье-маше делают ноги дополнительные, сари, или там руки делают дополнительные, теленка кладут. Или иногда там у них такой алтарь открывается, и божества выезжают вперед. И делают нос корабля такой красивый, открывается, и на корабле выплывают. И так все с работы рвутся туда, чтобы посмотреть, что сегодня вечером, какой сюрприз. И 90 пуджариев обеспечивают этот восторг, чтобы все ахали. Анна Нагопал рассказывал, что Махарадж однажды приходит и говорит, мне кажется, божества, это была зима, он говорит, мне кажется, они хотят лета. И все. И вечером все приходят, там все в цветах, алтарь, бабочка, Кришна в шортах стоит. А летом иногда хотят зимы, и все в сугробах, такие сугробы из ваты сделаны везде. Шапки, такая зимняя шапка красная, это Деда Морозовская, на ней тоже снег лежит, и вот такой алтарь. И каждый день что-то такое, и преданные приходят, открыв рты, смотрят, и минут по 30, по 40 стоят, не могут оторваться. Что же можно было ожидать в Экачакре, когда там такой восторг, люди собирались? И вот Господь Нитянанда родился в такой среде. Он был старшим сыном. Он был заводилой местных детей. И, соответственно, они подготавливали вот эти вечерние спектакли, вот в эту атмосферу. Что не покажи, вызовет восторг, но особенный восторг вызывала Кришна лила, Рама лила. Они из Пуран истории о воплощении Господа показывали. И он настолько был специалистом в этих играх, что никто не знал, какой будет сюжет, потому что лучше, чем Господь Нитянанда, никто не знал сценарий. Иногда он его так менял, и потом выяснялось, что так и есть. И буря эмоций, его все любили. И так прошло его детство до 12 лет примерно. И потом он ушел с саньяси с одним, покинул деревню, и чем погрузил в океан печали всех жителей, не только родственников, но и всех. Иногда спрашивают, почему такие великие личности, они становятся причиной печали родственников. В первую очередь, Господь Читания оставил семью, ушел. Господь Нитянанда оставил. И есть несколько уровней объяснения этих моментов. Один из них, если мы рассмотрим эту ситуацию, применимо к нам, то мы увидим, что в принципе мы тоже так же себя ведем. Что когда война начинается, люди уходят на войну, и все. И они же оставляют родственников. И большинство уходит, уже не вернется. То есть. И это многие понимают. У меня дедушка, у него была бронь, но все равно он говорит, что все пошли, а я как? И тоже ушел. И то есть, когда человек уходит ради какой-то большей пользы, ради пользы какого-то большего количества людей, как в нашем случае на войну, например, то это приемлемая вещь. И Господь Читания и Господь Нитянанда тоже уходили ради блага огромного количества людей. Поэтому мы понимаем, что когда человек уходит на войну, его родственники страдают, это естественно в нашем мире. И также естественно, в Индии раньше люди принимали саньясу. Саньясу принимали люди 7 лет, в 9 иногда. Такие, наверное, продвинутые. Большинство, конечно, принимало саньясу уже в пожилом возрасте. Господь Читания в 24 года. Получается, Господь Нитянанда в 12 ушел из дома. И он путешествовал с этим саньяси, потом они где-то, видимо, расстались, и он путешествовал уже один. Получается, он где-то, если он в 74-м, в 86-м, примерно в этот же год, когда Господь Читания родился, то и Господь Нитянанда ушел. И путешествовал до
2004, по-моему, года. То есть 18 лет, наверное. И сам принцип паломничества по Индии, это, ну, особенно в то время, и сейчас, наверное, тоже, это большой подвиг. То есть мы не должны думать, о, вот он там ушел и наслаждался независимостью. Везде, в принципе, почет получал, но с другой стороны, мы можем представить Индию средневековья, разделена на множество мелких княжеств разных религий, достаточно враждебных друг другу, постоянно войны какие-то, войска туда идут, войска сюда, и тут паломники какие-то ходят. Очевидно, что риск для жизни очень большой был. Ну и вот за 18 лет сколько раз он обошел Индию, во всяком случае он выучил все святые места, и потом, когда они уже с Господом Чайтаньей путешествовали, то он был источником, гидом. Он рассказывал о всех святых местах, потому что много раз там был уже. В Пуджаре его уже многие знали. Вот, и обойдя Индию несколько раз, он пришел, как, так же, как Господь Баларама в Кришналиле, он пришел во Вриндаван и остался во Вриндаване. И жил там 4 года и не проповедовал, просто жил, занимался баджаном. И в какой-то момент он узнал, почувствовал или услышал, или еще как-то узнал о том, что Господь Чайтанья начал свои игры в Навадвипе по воспеванию святых имен. Он оставил Вриндаван и направился туда. Там они встретились с Господом Чайтаньей. И усилился этот вот эффект от совместного воспевания, от проповеди, в общем, восторг. Дальше какое-то короткое время получается, ну, два года, может быть, четыре года они вместе пели в Навадвипе, и потом Господь Чайтанья принял саньясу, ушел. И Господь Нитьянанда отправился с ним, но Господь Чайтанья об этом не знал. Ну, как бы не знал. То есть он принял в Катве саньясу и пошел во Вриндаван. Господь Нитьянанда и еще трое преданных шли вдалеке и смотрели за ним издалека. И трое суток Господь Чайтанья шел в этом опьянении, отречении, то влево, то вправо, то обратно шел. Все, что он видел, он воспринимал это как Вриндаван. Любую реку он воспринимал за Ямуну, любое возвышение за Говардхан. Испытывал признаки экстаза, падал, терял сознание, приходил в себя, ничего не понимая, шел дальше. Куда шел? Вот так вот блуждал по Радхадеше. Радхадеше — это место, где не течет Ганга. То есть где-то в районе Западной Бенгалии, Бихара, вот в этих краях. И Господь Нитьянанда, они шли за ним, следили, и в какой-то момент он, ну, понял, у него план созрел. И он видел, как Господь Чайтанья, встречая местных пастухов, кричал им «Харибол!». И когда они ему отвечали, эти дети, он приходил в такой восторг, спрашивал, где Вриндаван, где Ямуна, они куда-то показывали. Тогда Господь Нитьянанда забежал вперед и стал подговаривать детей, чтобы они указывали в другую сторону, чтобы не указывали в сторону Ганги. И когда Господь Чайтанья спрашивал, где Ямуна, они говорили, Ямуна, туда, и показывали обратно. Сострадание Господа Нитьянанды. Он понимал, что Господь Чайтанья принял саньясу и ушел из дома, ни с кем не попрощавшись. Что это был шок для всех преданных. И он подумал, что если он уйдет, его, может быть, больше никто никогда не увидит. Это будет так больно. А тут будет шанс, во-первых, попрощаться, во-вторых, может быть, смогут повлиять преданные на него и как-то договорятся, чтобы он был саньяси, но где-то недалеко. И таким образом он посредством хитрости местных детей привел Господа Чайтанью к Ганге. Вот в это время он Чандрашекарачарью отправил в Шантипур попросить Адвайтачарью приплыть к этому месту, где предполагалось появиться Господь Чайтанья. Адвайтачарья попросил Чандрашекарачарью потом отправиться в Навадвипу, там километров 30, наверное, и привезти всех остальных вайшнавов к себе домой. И Господь Чайтанья, когда увидел Ямуну, бросился в нее, сделал омовение, всплыл и увидел Адвайтачарью, который плывет на лодке, и сказал, о, а ты что тут делаешь во Вриндаване? Надо сказать, что от этого места до Вриндавана 1500 километров. И Господь Чайтанья не смог вот в этом состоянии опьянения духовного оценить, что он прошел 1500 километров или не прошел. Ну, примерно как от нас до Москвы, в общем-то. И тут вдруг Адвайтачарья на лодке. И он говорит, ты как тут? Он говорит, ну, как здесь, живу я здесь. Ганга это.
Как Ганга. Значит, Нитянанда меня обманул. Он сказал, что это Ямуна. Двайтачарья сказал, ну, впрочем-то, может, не обманул, потому что они сливаются там, вверху, в Прояге. И с тех пор до самого океана Ямуна с правой стороны течет, а Ганга с левой. Ну, так как ты в правой стороне моешься, то, в принципе, Ямуна, в принципе, не обманул. Он ему привез уже сухую одежду, Господь Чайтанья оделся, и они отправились. 3 дня он не кушал. И Двайтачарья об этом знал. Он говорит, я слышал, ты 3 дня не кушал, у меня там есть для тебя горстка риса и какой-то простой супчик. Примешь пожертвование? Зная, что Господь Чайтанья, особенно вот, когда человек только принимает какой-то новый стандарт, он очень строг в нем, очень как бы принципиален. И он знал, что если скажет, что он ему скажет, что поехали, я тебя покормлю, он сразу же представит, что там будут горы всего, и откажется. Поэтому он сказал, да там просто горсть риса я сделал, да, небольшой супчик. Тыквенный. Там тыквенный был. Вот. И он его посадил на лодку. И в это время огромная толпа уже новодвигцев приближалась. Каждый нес что-то поесть. Несли на паланкине мамушачи. И когда Господь Чайтанья зашел, и там были горы просады, там несколько страниц описывается в Чайтанья Чаритамрите, что там было, как выглядело, как пахло. Еще не описываются горы, которые из Навадвипы принесли. И, в общем, там 10 дней Господь Чайтанья и Господь Нитянанда проводили киртаны в доме Адвайтачарьи вместе со всеми преданными, с мамой Шачи. И потом мама Шачи попросила Господа Чайтанью. Он бросился ей в ноги, когда увидел, и сказал, я зря, наверное, принял саньясу, я тебя не спросил, поэтому, если хочешь, можешь отменить мою саньясу, я вернусь домой. Но она, как мать героя, сказала, знаешь, если ты вернешься домой, все тебя будут критиковать, раз уж принял, давай. Только одна просьба, не уходи в Вриндаван, потому что очень далеко. И я боюсь, что не смогу получать от тебя весточки. Можешь поселиться в Джаганатхапуре. Не так далеко. Считается, что Навадвипа и Джаганатхапури как смежные комнаты в квартире. Ну, 500 км, наверное, как от нас до Перми. И паломники часто ходят туда-сюда. И сейчас в Джаганатхапури много бенгальских туристов. Вот. Но тогда паломники много. И они будут весточку приносить от тебя. Какие-то передачки будут от меня тебе носить, от тебя мне. То есть вот эта связь будет гораздо более сильной. И все возликовали, и Господь Нитянанда очень обрадовался. И затем, когда эти дни закончились, по-моему, даже больше, чем 10 дней там было, то 4 преданных отправились в Джаганатхапури, то есть Господь Чайтанья, с ним пошли Тамадара Пандит, Кунда, Джагадананда Пандит и Господь Нитянанда. Они шли, и также всю дорогу они посещали святые места, и Господь Нитянанда рассказывал о лилах, связанных с этими местами, потому что он много раз там уже был. И они все были в большом восторге. И когда они уже подходили к Джаганатхапури, то Господь Чайтанья пришел в экстаз и начал танцевать, отдал свою данду Господу Нитянанде, и Господь Нитянанда подумал, кто такая эта данда, чтобы ее носил Господь Чайтанья? Кто она такая вообще? Что она себе позволяет? И он ее сломал в 3 местах и выбросил в речку. Когда Господь Чайтанья через несколько часов пришел в себя и попросил ее обратно, он сказал, ты разве не помнишь, ты был в экстазе, подпрыгнул и упал на нее, она сломалась в 3 местах, ну кому она нужна, мы выбросили. Мы видим, что Господь Нитянанда, не моргнув глазом, обманывает всю дорогу. Трансцендентный. То есть трансцендентный обман приемлем, значит, вот в таких отношениях. То он сказал, что Ганга — это Ямуна, то он сказал, что ты сам сломал данду. Господь Чайтанья, видимо, за эти годы изучил его характер, не поверил. Сказал, все, я с тобой не разговариваю. Давайте, либо вы впереди идите, а я позади буду идти, либо я впереди, вы позади. Они сказали, давай, ты впереди. И он бегом побежал в Джаганатхапури. Когда он прибежал в Джаганатхапури, то он забежал в храм Господа Джаганатхи и, увидев Господа, потерял сознание. Такой восторг испытал. Мы, может быть, не испытаем такого восторга, видя божества, но у великих душ, у них помимо просто созерцания формы божества, у них еще и понимание своих отношений с этой формой Господа.
То есть они видят не просто божество, они видят свои игры, связанные с этим божеством, и испытывают весь набор эмоций, связанных с этими играми. Ну, так же, как, например, мы в детстве можем... У нас в детстве были какая-то жизнь, и у большинства детей в детстве очень счастливая достаточно, насыщенная эмоциями, причем с нуля насыщенная эмоциями. Вы можете видеть какой-нибудь старый сарай, это для вас старый сарай, а для ребенка это корабль был какой-то, где он там провел все лето. И причем в детстве лето длиннее, чем в взрослом возрасте. Сейчас вот у нас мы с детьми провели молодежную Намахату, или, может быть, в ЦВК, где мы раньше учились. И для меня это, ну, 2 года назад учились. Ну, недавно, они такие заходят, говорят, помнишь, в детстве мы здесь были, 2 года, прошло всего 2 года, они уже говорят, ты помнишь, а здесь вот диван стоял, а можно на 3-й этаж на экскурсию сходить, сердце щемит. Ну, а для кого-то, кто никак с этим ЦВК не связан, ну просто там хаос какой-то, может быть, красиво сделан, а у кого-то сильные эмоции. И так мы видим сарайку, я в Торду приехал и хожу и смотрю, сарайку, пошел посмотреть сарайку, где я детство провел, на которой. И пока шел там, у меня буря эмоций в сердце. Причем я знал, что она будет. И шел и думал, надо мне вот эту бурю эмоций. Интересно, это позитивное чувство или негативное? Но раз ноги туда шли, значит позитивное. Ностальгия. И пришел, увидел, и там до слез прям, мурашки по коже. Так вот, когда великий преданный видит божества, то он вспоминает игры, связанные с ним. И вот этот вот все окружение этих игр, все эмоции, вызванные этими играми, и у него такой экстаз от этого происходит. Причем объект его любви, режиссер этих игр, это верховное живое существо, у которого суперинтеллект, который может сделать суперигры, которые вызовут суперэмоции. Если мы здесь там собираемся, 3 каких-нибудь пацана в детстве, играем в какую-нибудь войнушку, а потом вспоминаем это, какие из нас режиссеры? Какие из нас квалифицированные для обмена эмоциями живого существа, а потом передрались, переругались, переобзывались и разошлись. Но Бог в детском в своем облике — это суперрежиссер, супердруг, супер как возлюбленный, суперсын. И любой, кто вспоминает свою эту духовную природу и видит божества, его сшибает с ног эта эмоция. Потому что эмоции, они обладают огромной силой, но так как мы, может быть, не выросли в категориях эмоций, то мы, и чем дальше похожа цивилизация, тем меньше эмоций у людей, тем больше какое-то счастье не от обмена эмоциями, а от контакта чувств с объектами чувств. Поэтому одна английская исследовательская компания, она провела опыт, какие люди счастливее в этом мире. Ну, они просто установили на теле датчики у человека, которые реагируют на количество смеха и улыбок, и на каком-то промежутке времени зафиксировали. Оказалось, что в странах третьего мира люди гораздо чаще это делают. Вот такие, особенно деревенские. Казалось, Бангладеш на первом месте оказался. Бангладеш — это где 190 миллионов населения, а территория размером с Каменск-Уральский район. Всегда вопрос, как они там живут. И треть территории Ганга занимает. И когда наводнение, деревни прям плывут по ней, потому что она огромную там территорию занимает, и много трупов плывет. То есть. Но при этом вот эта детскость у них, восторженность настолько сильная, и так часто происходит, что они на первое место вышли. Как Мадхурья Гадамбини рассказывала, как они ездили со своим театром выступать, Рамайну показывали в Бангладеш. И она говорит, каждый вечер на спектакль собиралось от 5 до 50 тысяч человек. Ну вот опять так же, стемнело, и что делать? И простые люди, им просто друг друга посмотреть, и какой-нибудь спектакль. Мы спросили, а как выглядит спектакль, когда 50 тысяч человек? Ну как, в город приезжаешь, мэр города боковые улицы перекрывает, и на центральную стулья ставят, и там не видно, где конец. И у них такие вот, как на польском туре, большие тоже головы, чтобы издалека было видно, кто где. И люди настолько эмоциональные, при этом они настолько бедные, что они целый год копят деньги, чтобы какой-нибудь подарочек купить. И бегут, кто яблоко несет, кто авторучку несет, кто цветочек в подарок. И все эти 50 тысяч начинают сносить стулья и бегут что-то подарить, обмен эмоциями такой у них. Там, говорит, другая сторона есть медали. Это то, что эти же люди вытаскивают палки и бегут бить Равану и Шупанаху.
Я, говорит, была шипанака, и у меня было несколько минут успеть грим снять, переодеться и выйти, улыбаясь, получать подарки. И говорит, я не знаю, они куда-то убежали, равно шипанака. Ну, это другая грань вот этих простых стран, что они очень к массовым беспорядкам склонны. Там, если что, я как помню, в Джаганатхапуре стоял, такая толпа с палками бежит. Так мрачновато. Ну, воры увидели. 50 человек с палками за вором убивать его. И вор где-то в другом месте свернул, я вора не видел, но 50 человек бежало мимо меня. Вот. Это я к тому, что душа запрограммирована на эмоциональность. И когда она очищается от гун, то она приближается к тому вот этому восторженному духовному состоянию. И она начинает вспоминать. Она, может быть, даже сюжеты на каком-то этапе не вспоминает, а вспоминает эмоции. Ее начинает пробивать. И эмоции, они имеют огромную силу. Человек может тело даже оставить, если эмоции будут превышать способность его тела их воспринимать. И раньше люди знали эту науку об эмоциях. И иногда целенаправленно их вызывали. Ну, вот как я в Тавде шел в этом году и понимал, что я сейчас пойду туда, у меня будут эмоции. Я пошел. И хотя я шел там, та же помойка, что была 40 лет назад, 50, наверное, уже. Я оценил, что даже помойка вызвала мне эмоции, потому что она та же, в тех же местах. Единственное, что объекты там другие, там тогда не было пластиковых бутылок, может быть, я ничего такого. Но мусора было столько же. Река вызвала те же эмоции. Так вот, эти люди, которые вспоминают, они погружаются, их эмоции настолько сильные и длительные, что это может выглядеть как потеря сознания. И Господь Чайтанья, когда он прыгал в Гангу или в Ямуну и терял сознание, это было стихийное бедствие. Когда он путешествовал уже, удачный поход у него в Вриндаван. Господь Чайтанья было из трех походов во Вриндаван, два неудачных. Первый, вот Господь Нитянанда его обманул и развернул в Джаганатхапуре. Второй, он решил пойти уже после путешествия по Южной Индии во Вриндаван через Навадвипу. И тысячи людей, там сотни тысяч людей шли за ним. Описывается, что он наступал на землю, шел дальше. И то место, где он наступал, куча рук сразу брали пыль. И там дырки в земле. И в общем, по дыркам в земле можно было видеть, где он шел. Там, наверное, на полметра и не меньше в землю. И когда он уже дошел до Рамакели, он встретил руку Санатану Госвами, и они сказали, знаешь, дорогой Господь, тебе, наверное, со 100-тысячным окружением тяжело будет баджаном заниматься в Вриндаване, подумал, точно. И люди будут говорить, что я просто, я забыл это слово какое-то, ну, в общем, человек, который вишай, который любит поклонение и прославление. Поэтому он развернулся, и потом третий раз он уже пошел в Вриндаван, по джунглям, чтобы никто не знал, никого не оповестил. Вот. Снова Господь Нитянанда. И некоторые, ну, как бы преданные говорят, что стиль проповеди Господа Чайтаньи и Господа Нитянанды отличался. Что если Господь Чайтанья в основном проповедовал элите общества, как Шрила Прабхупада хотел, да? Он так хотел, но так как он, говорят, в шакти веши Господа Нитянанды, то получилось, как раз как у Господа Нитянанды проповедовать, пришлось хипанамку. Хотя он писал письма. Премьер-министр всех стран из Америки писал, я вас научу, как жить. Дайте денег, и я вашу страну как бы вытащу из кризиса, из депрессии, и уменьшится там количество самоубийств, преступности, люди будут счастливы. И все его игнорировали. Но хиппи не проигнорировали, да? И говорят так, Господь Чайтанья проповедовал Сарвабхауме Бхаттачарье, Рамананде Раю. То есть они все были из таких из министерских должностей. Рупи Санатани Госвами, которые были, один был, Рупа Госвами был премьер-министром Хусейн-Шаха. Получается, в возрасте 23 лет он стал. В 25 он уже закончил эту карьеру и привез две лодки золота. А Санатана Госвами был еще лучше. Он был советником у Рупы Госвами и у Хусейн-Шаха. То есть это не премьер-министр, это консультант, которому с вопросами идут. И Шрила Рупа Госвами, он был, получается, 89-го года рождения. Получается, на 3 года. Поэтому, когда Господь Чайтанья пошел в Вриндаван неудачно, это был, ему было 28 лет. И, соответственно,
Рупи Госвами было 25. И вот там как раз они приняли решение. А Санатана Госвами было, соответственно, 27. Приняли решение оставить этот пост. И так иначе, под влиянием Господа Читания вот такие великие люди. Потом во Вриндаване Господь Читания проповедовал, там был такой Кришнадас местный, тоже был кшатрий, владелец каких-то там территорий людей. Вот, но Господь Нитянанда, видимо, закрыл нишу, которую никто не хотел закрывать, или ни у кого не было, кроме него, такой потенции, это проповедовать таким трудным людям. И описывается, ну, описывается, как он проповедовал Джагаю и Мадхаю. Два таких. Преданные, когда спектакль ставят про Джагаю и Мадхаю, то они выглядят двумя комиками такими смешными спектаклями. Ничего не умеющими, падающими, слабаками такие. А так-то это два бандита были, очень серьезных, грозных, которых все боялись просто. И Господь Нитянанда, ну, только в состоянии непривязанности к телу и к своей дальнейшей биографии можно с риском для жизни идти и проповедовать таким людям. И мы видим, что не только как в Харе Кришна, но и в других традициях люди наделены вот этим потенциалом религиозным, не боятся чего бы то ни было в проповеди. Это и есть милость Господа Баларама, милость Господа Нитянанды. Многие преданные, они сами не понимали, как они попадали в какие-то сложные ситуации, и кто за них говорил, а тогда как был преданный, забыл, как он, из Нижнего Новгорода, который оставил тело. Анангамахан. Анангамахан, да. Когда он, у него первое имя было необычно, Акула, да? И он там, а? Нет, это Акула, это типа двигаться, а имя Кришны, который недвижимый, оно Акула. И вот у него... Это про историю, когда он Акула назвался. Да, он пришел, позвонил в какую-то квартиру, там бандиты, группировка какая-то, оружие там делила, еще что-то, и готовилась на дело. И тут звонок в дверь, открывают эти бандитские лица, ты кто? Кому? Да, он говорит, ну скажите там вашему главному, Акула пришел. Я сказал, Акула, о, заходи. Он зашел, книги выложил, как-то что-то им наговорил, они купили книги, очень благорасположенные, он думал, убивать буду. Очень смело это делал, в общем, и ушел потом. Потом был такой преданный, который сейчас в Малайзии-то живет, Гопал Кришна Махараджа ученик, Апрамея. Там вот такую толстую книгу можно написать, как Апрамея там проповедовал, приезжал к каким-то бандитам и говорил, так, заходил к ним, ногой дверь открывал в офис 90-е, и говорил, я от московской команды, в общем, в Питер приезжал и говорил, в общем, они вам предлагают эшелон пшеницы взять по дешевой цене, но сначала хотят, чтобы вы, как знак расположения, к нам взяли каждый по комплекту этих книг, поэтому ходил, несколько мафий в стране ловил его. Сейчас в Малайзии живет. Мафии, наверное, уже померли давно. Вот, это такие вот необычные люди, ну, мы должны имитировать, в общем-то, но надо признать, что они наделены какой-то потенцией. Шрила Прабхупада тоже не боялся. Тоже очевидно, что любое религиозное движение, которое набирает силу, оно сразу же получает много врагов, причем врагов очень сильного уровня, на уровне правительств. Люди будут хотеть вас опорочить, будут хотеть вас просто уничтожить. Любое правительство, оно будет это делать, это идет харма. Когда оно видит, что какая-то группа людей увеличивается, они должны будут остановить рост, потому что это политическая сила, экономическая сила, так или иначе. Конфликты в стране могут из-за этого появиться между этой группой, еще какими-то группами. В принципе, поэтому определенные механизмы. И люди, которые по-крупному берутся за распространение религиозных идей, это герои настоящие. Обычно им очень тяжело приходится. Шрила Прабхупада был наделен этим потенциалом. И мы видим огромное количество людей, он из различных сфер жизни вытащил. Не только он вытащил, но и его последователи, и последователи его последователей. Как помню, у нас были преданные, которые в начале 90-х, ну тоже у них такая была биография, как у многих в начале 90-х, криминальной деятельностью занимались. Но они занимались такой более-менее благородной криминальной деятельностью. Они защищали бизнесменов от других бандитов, в общем-то. С другими бандитами просто разбирались таким образом. И где-то они, видимо, переразбирались, что их отправили, старшие их отправили на матрасах, как называется, в общем, в санатории прятаться, пока не утихнет дело. И они трое там сидели, сейчас все трое инициированных преданных.
Они сидели и думали, так, ну что, как дальше жить? Им присылали денег немного на еду. И когда двое уехали в ближайший город, в санаторий рядом с которым был, один остался. И тут какой-то распространитель книг пришел с полным комплектом. И начал рассказывать. И того так вдохновил. Ну, видно, в прошлой жизни, видимо, был вайшнавом этот преданный. И он слушал и понимает, нам надо эти книги. И он все деньги, которые были на еду, он отдал за этот комплект книг. Этот человек ушел, эти двое возвращаются и говорят, ну что, давай деньги, в магазин отдайте. Он говорит, слышишь, парни, я тут книжек купил классных. Те говорят, а есть, а что будем? Ну, видимо, ничего. И так они постились и читали книги, что падают. Стали вайшнавами. Быстро все у них закончилось. По-моему, больше уже они не начинают. Так или иначе, какой-то преданный пришел и проявил потенциал Шрилы Прабхупады. А у Шрилы Прабхупады был потенциал Господа Нитянанды. Может быть, это был Сананда. Такой преданный у нас был, трансцендентный. И Алока Сундара рассказывает свой второй опыт. Это был Алока Сундара, один из этих трех. Но он пришел уже, когда книги были куплены. Вот. И он говорит, второй опыт общения с преданными были. Звонок в двери открываю, и там мой друг пришел с каким-то своим другом. Зашли, мы минут 30 сидели на кухне, разговаривали все вместе. Потом этот друг ушел, а этот друг друга остался. Потом оказалось, это не друг друга был. Это Сананда на книжке распространял просто. Глядит, какой-то тут человек подошел, позвонил в дверь, он стал рядом с ним. Он зашел тоже. Тот на кухне, этот на кухне. И когда тот ушел через 40 минут, Сананда достал книжки и стал рассказывать. Да. Сананда Гауранга Крипа и дело преданное. О, Гауранга Крипа. Тоже чем-то нехорошим занимался. Ему же сказали, что там живет в садах сторож новый, босиком по снегу ходит. Они с Джаганатхачари на экскурсию пошли смотреть, кто там за такой босиком по снегу ходит. Он им попроповедовал, и вот, говорит, 30 лет уже занимается духовной практикой. Сананда был наделен милостью Господа Нитянанды посредством книг Шрилы Прабхупады, посредством этого движения. И так Господь Нитянанда спас Джагая Мадхая, спас этих жуликов, которые пытались его ограбить. И еще огромное количество других живых существ он спас, о которых, может быть, нам мало известно. Вот. Ну и в итоге есть разные версии. Господь Нитянанда, он ушел, вернулся в Экачакру, и одна из версий вошел в божество, да? Мурешвара, как там даже? Банхирани. Вот в него вошел, и все. И таким образом, это была одна из версий через 9 лет после того, как Господь Читание ушел, и я не читал, что где-то было описано, что эти 9 лет он делал. Единственное, что парикрама с Живой Госвами он провел. Да? Наверняка он так в Бенгалии проповедовал. Ну вот, на этом мы, наверное, остановимся. В возрасте. Но раз на 9 лет Господь 48 ушел, а тут 9 на 12 плюс 21. 69. Рупа и Санатана Госвами, они прожили всю жизнь во Вриндаване, они пришли туда, получается, им было где-то 26-28 обоим. И ушли, они где-то было 72-74, получается. Не так долго преданные живут, Кришна выбирает. Еще опыт был у нас, что когда преданным какие-то животные прибиваются, те вообще недолго живут. Почему-то там они, я помню, кролика соседа, на Калиновке сосед кроликов держал, и один кролик забежал, спрятался, видимо, от буйни, и прибежал, и под досками там жил, и всех боялся целую неделю. Но так как все просад туда кидали обычно, то через неделю он уже выскакивал, и когда на Тару пошел, он так бросался ему на ноги, вис, и так шел за ним, в таком экстазе жил. И когда воскресная программа, дети приходили, 40 детей его одновременно гладили, не знаю, что он ощущал, я бы не выдержал. И, в общем, через 2 недели так его нашли, он такой, давайте, лежит в сторону божеств на улице, ставил тело. Потом Мухтар была такая собака. Наверное, тоже Господь Нитянанда им проповедует, но кто еще может, животные. Была, это у нас храм был в Дыковок, и там такая собака была, у нее волосы такие лохматые были до земли, и видно, блохи были, она злая была такая, кусала всех. Гауранга тебя укусила, да? Садашиву укусила, по-моему. Ну, человека 4. Но так у преданных все время пиры, и не знают, куда просад девать, то все ей носили, в общем-то.
она объелась просадой и стала добрейшей души собакой. И потом она на Харинамы ходила с преданной. Такая улица Ленина, Харинама идет, Вичитра Симха ведет. И такая собака лохматая, грязная, здоровая овчарка такая бежит. И в элитный магазин забегает в одну дверь, там блох стряхивает, и в другую за ним убегает, и обратно. И такой восторг испытывает, бежит. И так вот по магазинам по всем пробегалось. Такое время было. И однажды мы туда пришли, на майнера, там еще эта площадочка была, пели, и дождь начался, и решили обратно на автобусе ехать, а как же Мухтар-то останется, он уже заблудится. И мы с Адышевушкой стали его ловить, там, такие два крышные дала, эту овчарку на майнера. Сцена была, ну минут 15 ловили, поймали. Семенушка, ты с нами был там? Да. Потом мы этого толстого запихали в газель, закрыли, привезли его туда, выпустили. Он вот со мной, он неделю потом не разговаривал вообще, даже близко. А, но как, правда, это было, наверное, еще и лучше, потому что когда разговаривал, он издалека видел всех. И такой бежит через улицу, и все прохожие в шоке, думают, он сейчас этого человека съест. А он видит вайшнав издалека. И так задними лапами грязными ставит на него бамс. И так обнимает, такая шерсть, и весь в блохах, скорее всего. Вот, тоже оставил тело, потому что однажды его нашли утром, тоже лежал. Однажды мы зашли в алтарь, мы поклонились, поднимаемся, и такой Мухтар. Он тогда злой был еще, но когда его отпускали, он добрый был. Поднимаемся, в алтарь, он стоит и на божества смотрит, такой даршин получает. Это, наверное, вот это его чисто. Вот, поэтому я к чему начал. Собаки недолго живут, кролики недолго живут в обществе вайшнавов. Если у вас есть какие-нибудь домашние животные, тоже могут недолго жить. Ну и преданные чуть не очень долго живут, недолгожители. Я смотрю, 70 это немного. Вот. Потомки Господа Нитянанды. Да, у него было две жены. Это история, как он женился. Он, Господь Читания дал ему наставление, что, ну, видимо, что ты должен стать семейным человеком. Он пришел в какую-то деревню, и там был известный вайшнав, и у него было две дочери, Васудха и Джахнава. И он пришел к этому вайшнаву и сказал, можно я возьму как бы замуж твою дочь? И тут вайшнав сказал, как... Сурикила, как его назвали? Не помнишь? В общем, он сказал, для нас отдать свою дочь за тебя – это величайшая честь, величайшая. Но надо с родственниками посоветоваться. Он собрал родственников, те говорят, ну ты знаешь его родословную, кто он такой, как она будет жить, где он будет деньги зарабатывать, и как давай, нагнали. Господь Тинанда пришел, он говорит, знаешь, большая честь, но решили, наверное, не отдадим тебе. Он говорит, ну ладно. И они с Харинамы ушли на берег Ганги, стали петь киртан. И в это время, это он к Васудхе сватался, а она оставляет тело. И там траур такой, ее, в общем, ну, похоронная процессия ее. И там по той традиции, если днем умерла, до вечера надо похоронить, ну, кремировать. Если ночью умерла, то до утра. Ее несли на берег Ганги кремировать, а там киртан шел у Господа Нитянанды. Он увидел, подошел и говорит, а вот если сейчас оживлю, отдашь за меня? Тут говорит, отдам. Даже советоваться не буду с родственниками. Он раз ее оживил. И отдали. И этот папа говорит, слышь, у меня еще вторая есть, Джахнова, может, возьмешь тоже? Возьму. Так у него две жены было. И родился Вирабхадра. Вирабхадра было воплощение Махавишну. И тоже какую-то роль в вайшнавизме сыграл. Но вот я не очень близко знаком с его деянием. Какие-то книги наверняка описывал. Ну и какие-то потом были потомки. Ну, вот в основном, я так понимаю, те, которые потомственные гасами, Нитянанда Вамши, они от учеников больше, чем от него. Вот. А чиньте руку, я не вижу. О, я вижу. Из колонны явился. Какой следующий? Дорогие преданные, сейчас у нас дальше культурная программа будет. И небольшое объявление есть. Камалканта Прабху рассказывал про великих санкиртанщиков. У нас сегодня тоже есть. Да. Великие санкиртанщики. Шакатари Прабху где-то отошел, наверное, дальше. Где бы ни присутствовал Шакатари Прабху, и Гопала Говинда Рам, там неизменно, необычайная сила, победа и нравственность. Так говорит Кришна Арджуне. Таково его мнение. И Вида Титович. И Гаджаханта. И Маладхара, и Рагалека, и все остальные. И Лакешева, конечно же.
В общем, у этих преданных с собой сегодня много книг. На разных языках даже они есть. Можно их приобрести для распространения. Можно приобрести рассрочку еще какими-то разными образами, чтобы поддержать этих великих брамачарий. Вы можете подходить, приобретать книги. И сейчас у нас дальше будет программа продолжаться. И преданные, группа новообразовавшаяся Нитянанда, поют нам баджан «Монах Шикша».